Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акамарачи, это сервер Desert PV. И сегодня я вам расскажу о таком автоивенте, как конкурс строителей. Как видите, в системном чате оповещение появилось, что через 5 минут у нас стартует этот конкурс. Это осада. Те, кто давно играют в ПВ, должны знать, что такое осада. И это мини-осада, которая будет продолжаться 10 минут. Она проходит на городе драконов западе, север и юг. Я буду на севере. Мы подходим к вот такому вот НПСу. Берем у него квест. Восстановление богатств. За каждого убитого монстра нам дают 35 тысяч. Ну, то есть, грубо говоря, это такие легкие деньги, которые можно заработать. Также с мобов выпадает различный лут, это я прикреплю на экране в видео, какой шанс выпадения. И мы можем задаться целью, либо мы будем постоянно убивать мобов, чтобы повысить свое благосостояние. То есть 30 мобов, как вы поняли, это 1 кк. Ну, грубо говоря, сотку можно успеть убить, если вы обладаете неплохим оружием. Но так как я новичок, у меня пока что все стандартный, стандартный весь шмот, кроме накидки, ножей, ранга и вот этой вот из инея перевязи. Но это, считайте, тоже стандарт. Я убиваю мобов слабо, но я могу 30-ку, я могу напинать. Вы можете собирать, ходить миражи, собирать мирозданки, которые люди не подбирают. Хотя мирозданки найти довольно проблематично, все-таки мирозданки они подбирают. И потом сдать квест богатею и получить свои деньги. Сейчас, когда стартанет у нас осада, я вам все покажу. Стартовала осада, наши мобики появились, и мы начинаем их уничтожать. Смотрите, каких можно бить мобов. В принципе, физика можно бить всех, кроме киборгов и вот этих вот злых гоблинов. Злой гоблин, по-моему, вообще шотает с одного раза, если я не ошибаюсь. А киборги, они просто с физуроном. И вот так вот мы убиваем. Коробочки с картами тоже падают. Естественно, лут очень хороший, плюс легкие деньги. Но единственное, надо неплохое иметь оружие, потому что, видите, как бы убийство мобов, скорость, точнее, убийство мобов оставляет желать лучшего. И в квесте написано, сколько мы убили. Ивент подошел к концу, дамы и господа. Я набил 47 мобов с кривыми ножами на плюс 3. То есть, как вы видите, все возможно. Около 50 где-то миражей. Но это немного, потому что я набивал же мобов, старался. И одна мирозданка плюс 8 коробочек с картой Б. И смотрите, нам дали 1,5 миллиона. Плюс мирозданка стоит где-то 500 тысяч. Ну, плюс-минус там 400-500. По-моему, неплохой фарм. Поэтому всем новичкам, да и старичкам на сервере Desert PV я рекомендую. Заходите, играйте, развивайтесь. Всем пока.